Да, этот въехал у нас в бордюр и остановился, а вот с этим у нас, ребята, печаль. Вообще непонятно, не понял, как это произошло. Я поставлю, конечно, вам замедленную съемку, тогда будет уже понятно. Всем привет, вы на канале Toy House, а вы, ребята, самые крутые. Вам так понравился этот КамАЗ, что я решил снять небольшое продолжение. А конкретно сегодня будет тест-драйв, затестим его и посмотрим, сколько он сможет сбить автомобиль. Но и это еще не все. Мы сравним, кто же быстрее. Безумный КамАЗ, видите, уже устал лежать без дела, запылился. Либо вот этот КамАЗ. В общем, посмотрим, кто самый быстрый. Так, автовоз убираем отсюда и начинаем нашу гонку. Ну что ж, давайте выясним, кто же самый быстрый, самый дерзкий, да? Ну и самый проходимый, потому что здесь лежачий полицейский, а дальше у нас такой лесной массив, да, и жилой дом. Хотел поставить камеру на штатив, но тогда не будет виден весь процесс. В общем, буду снимать так, одной рукой держу, одной снимаю. За это, надеюсь, поставишь лайк. Давай, поставь, и мы начинаем гоночку. Погнали! 3, 2, 1. Погнали! Ох, ох. И это все! Это конкретный конец! Да, этот въехал у нас в бордюр и остановился, а вот с этим у нас, ребята, печаль. Вы не представляете, что здесь. Вы просто себе... Я сейчас вам попробую показать. Здесь на лавочке находилась девушка. Где она сейчас, я даже понятия не имею. Гопник сидит. Сейчас попробуем вот так сверху посмотреть. С этой стороны ее тоже не видно. В общем, убираем КамАЗ. Опа, она сгруппировалась. Она вот легла, все нормально с ней. Правда, по внешнему виду, конечно, не скажешь так, но все-таки, ну, лежит парень, смотрит. Давай скорую звони, парниша. В общем-то, вот такая ситуация произошла. КамАЗик, конечно, быстрее, чем этот. Ну, а теперь самое интересное начинается, и мы посмотрим, сможет ли наш КамАЗ, вот этот новенький сначала, сдвинуть вот эти три автомобиля. Это такие у меня краш-тачки, которые можно немножечко, так сказать, стучать, да, разбивать. В общем, погнали, посмотрим. Итак, до конца мы отогнали наш КамАЗ. Все, стоит он на позиции. Автомобили там. Все, будем в реале снимать. Забыл включить музыку, давайте. Это задний ход. Поехали под такую, да? Погнали. Упс. Очень интересный сюжет получился, да? Неожиданный. Он не захотел просто сюда ехать, он увидел полицейскую машину. И, видать, подумал, да ну, я лучше сверну с этого пути. Но мы попробуем еще раз. Ну что, попыточка номер два, да? И, кстати, по поводу надежности КамАЗа, видите, упал с большой высоты и ничего не сломалось. Поэтому все качественно, да, сделано здесь на высоте. Поехали. Удар был, ну и ничего, что он проехал вот здесь лежачий полицейский немножечко и просто их сдвинул в кучу. Сейчас повторим с другим, с безумным КамАЗом, да? Также сделаем расстояние вот такое и погнали. КамАЗ отгоняем. Поехали. 3, 2, 1. Пошел! Он сдвинул, посмотрите. Да, он сдвинул, прям в заднюю часть, получается, попал. И вот так вот они сдвинулись, вы видите, как. Даже полицейских не задел. Миллиметраж. Ну, это безумный КамАЗ, вы что хотите. С ним уже куча роликов. Ну, а теперь давайте проведем заключительный такой краш-тестик. Это вдвоем запустим их против вот этих автомобилей. Посмотрим, как они справятся с этим делом. Ну все, автомобили готовы. One, two. Ладно. Раз, два, три. Погнали! Да не назад, а вперед давайте.
это что-то с чем-то было. Эй, дружок! Вообще непонятно, не понял, как это произошло. Я поставлю, конечно, вам замедленную съемку, тогда будет уже понятно. Давайте мы полицейских уберем пока отсюда. Наверное, наехал вот, скорее всего, вот сюда, наверное. На вот эти вот сферы. Так, ладно, пост уже не первый раз я клею, поэтому ничего страшного. И давайте повторим еще разок. Попыточка номер два. Номер три. А, номер два, уже запутался в этих попытках. Ну, поехали. Все, погнали. Короче, ничего особо не происходит. По одному они действуют лучше. Но и так было тоже довольно интересно. В общем-то, все. Вот такой вот видос сегодня. Если вам понравилось и нравятся такие видео, то поддержи лайком, подписывайся на канал, если еще не подписан. Ну и поделись с друзьями, пусть тоже посмотрят и подпишутся. Все, всем пока и всем самое главное, конечно же, добра.